Ассаламу алейкум, рахматуллахи та'ала, ва баракатуху. Поэма «Насыркорская мечеть». Аллах, одобрено тобою невежество слепых глупцов, пророка умму меж собою стравивших, как бойцовских псов. Печалью сдавлена аорта, ислам – начало всех начал, но здесь, в мечети Насыркорта, позорный выстрел прозвучал. Как умма лучшая пророка, рабы столь щедрого Творца, мы докатились до порока, до диких криков, до свинца. Не для амбиций, ссор или битвы ислам ниспослан был рабам, тогда зачем, деля молитвы, мы предавались кулакам. Своей греховностью тягучей тот день предстанет в час суда и спросит нас Аллах могучий, какая в том была нужда. И вы, кто явно или тайно несли раздор сквозь ярлыки, вы промолчите, не случайно. Нет, онемеют языки, он явит перед вашим взором грехом наполненный сюжет, а в нем толпа, ведома вздором, броней оцеплена мечеть. Кто нам внушал психоз гашишный, шайтан, он главный здесь игрок. Простят ли нам теперь Всевышний и опечаленный пророк? Нет, нет, не в рай с собой манящим, к брегам сверкающих озер, пред Богом душу леденящим, тот день предстанет как укор. Слова, как штурм или вторжение, не приживаются к сердцам, то было хуже нападение на проповедь и на ислам. Ислам – религия смирения, не для воинственных купцов, и в ней обманчиво везение необразованных глупцов. Чернеют сгорбленные горы, тускнеют кронами леса, и им невежество и споры ушли, казалось, навсегда. Почти два века мы в исламе пытались Господу служить, но дикой битвой кулаками за час смогли все раскрошить. Сбылись ли грустные пророчества с амбицией мирских вельмож, доведших уму до язычества, где правят злость, вражда и ложь? Не брезгуя ничем запретным, держась за первые ряды, мы нападаем на мечети, как в прошлом варваров орды. И чем крупнее вес каратный, тем и настырней и бойчей, как омерзителен превратный удел безнравственных рвачей. И клеветою наслаждаясь, к чему они пришли теперь, своей бездумностью пытаясь, Аллах, в твой дом захлопнуть дверь. Не ты ли низвел нам по крупицам свой свет сияющий Коран, в котором часто по страницам мелькает пакостный шайтан? Не ты ли мстящий и следящий в пример привел одну судьбу людей от истин отдалявший? Абу Лахаб горит в аду. Так кто ж сред нас так бойко рыщет, что нас в язычество влекло, друг другу ненавистью дышит? Ислам разбитый, как стекло. И как мы объясним потомкам такой кощунственный откат, где не причастны к тем обломкам ни сунна и ни тарикат? Команды в бой или примирение легко произнесет злодей, не ведающий посрамление во вбитом клине меж людей. Ислам терзаем безрассудно, когда вокруг один комфорт, и он, затерянный как судно, приштили, не находит порт. Творец миров, небес безбрежных, творец людей, творец земли, простишь ли ты рабов небрежных, что уму гибели вели?
Ислам, гнездись, как свет лучистый, в сердца заблудших мусульман. Простишь ли ты, пророк пречистый, им подлость, хитрость и обман? Все, кто находится в исламе, должны навеки зазубрить ни клеветой, ни кулаками дорогу в рай не прорубить. А бой, что был так схож с коридой, забыть и в воду все концы, но с затаенною обидой мечеть порочат удальцы. Зачем? Что в проповедях снова нашли ошибку с запятой? Нет, не дает им Божье слово, как истинным рабам покой. Покайтесь, пленники смутьяна, приверженцы лукавых слов, что умму кознями шайтана свозили, как бойцовских псов. Не внемля Божьему каламу, рассорив умму, как семью, не только братьев по исламу, вы веру предали свою. Сияй своею добротою, мечеть, Аллах осудит зло, то зло, что с явной клеветою тебя ячейкой назвало. Аллах, безмерна терпеливость твоя к зазнавшимся рабам, своим знамением боязливость предай их душам и сердцам. Прости приведших, приведчим нас к забою, необратимость их потерь в обитель рая пред собою, рабов захлопнувшие дверь. Но если алчностью излишней продолжат нарушать покой, своим могуществом Всевышний их пыл навеки успокой. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Бисмиллахи тавакалту аллах ла хаула ва ла куввати илля биллахи алил азим. Визи вахти волди алтхабар цабила бусул мол волж бол нях йиди наха йиди кызыл ненависть, жестокость, злоба, малёлыш, малях, жухандаяхла. Амин, амин, амин.